Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 6 класса из учебника Коровиной, раздел «Произведения русских писателей XIX века. Александр Сергеевич Пушкин. Зимнее утро». Рубрика «Совершенствуем свою речь». Прочитаем задание. Как вы понимаете, слова и строки из стихотворения. Давайте с вами объясним их. Друг прелестный, милый сердцу, красивый, открой сомкнутые негой взоры, проснись. Вьюга злилась, была сильная метель, луна, как бледное пятно, луна отбрасывала бледный свет, северные авроры, северное сияние, прозрачный лес один чернеет, лес кажется черным из-за отсутствия листьев. Придадимся бегу, разрешим коню бежать, куда хочется. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!